Потому что ему некогда этим пользоваться, за исключением, но ему всегда хочется этим пользоваться. Тут есть, это секрет венецианского искусства. Ему говорит, ты когда-то должен этим пользоваться. Чтобы этим пользоваться, ты должен это наполнять. А чтобы это наполнять, ты должен удерживать всегда свой живот. Какой же настоящий милиционер, когда он станет же генералом и не умеющий пользоваться тем, что ниже живота, это его, поверьте мне, очень даже огорчает. Но техник нет. А я говорю, есть техника. Она называется тайцзицуань. Это то, что пользуется ниже живота, выше головы, и то, что позволяет отдавать честь, не теряя ее. То есть в результате мы получаем совершенного милиционера. С понятиями, с инструкциями и с возможностью достигнуть рубежи. В этом искусстве. А не то, что он будет за мной делать форму, а потом просит делать или делать еще чего-то, что это тайцзицуань. Это махание руками. Вот. Ему еще немножко мешает грудь, но это чуть попозже. Он будет полковником, тогда будем убирать грудь. Пока он не полковник, грудь нужна. Низ не работает, если еще грудь убрать, ничто не будет ему чувствовать себя милиционером. Так что занимающийся тайцзи, если он хочет достигнуть результатов, должен сначала себя почувствовать милиционером, у которого низ не работает, в голове три параллельные линии, и грудь нужна для того, чтобы не видеть, что внизу не работает. Но если с милиционерами все более-менее понятно, да, то, собственно говоря, люди, у которых недостаточно ци или иньской энергии, то есть они вот такие все дохлые, щуплые, у них там даже нет где чего сохранять, неважно, есть ли низ или даже если есть низ, он слишком низкий, если есть верх, он слишком высокий, то есть нету ком, где сохраняется энергия, да, то есть он весь как бы собран по отношению к каким-то своим больным или ущемленным или неработающим форматам. То здесь мы его должны раскрывать. Да? Ну, попросим мы его на ширину плеч. Да, очень, пожалуйста, попросим. Мы не должны им командовать. Потому что это его может обидеть. Понимаете, мы женский принцип, да, какой-то. То есть, и мы должны его как бы расширять. Расширять, да? То есть ему нужно дать ощущение широты. Попросим пошире ноги, сначала поставит вот так, это его пошире, видите, он даже и не поставит шире, он маленький, он думает, это пошире, вот, ну, изгибайте, ну, дать ему ощущение птицы, полета, но почувствовал, что что-то есть больше, чем вот одно вот это маленькое пространство, то есть ее нужно расширить, да, и в этом проблема, знаете, как лепешку его надо охлопывать, потому что мышцы нету, сухожилия там приклеились к костям, вот, и так далее. Вот, конечно, и энергия где-то там шевелится, еле-еле. Но, конечно, первая проблема у него, да, это низ спины, на который нужно обращать внимание, ее нужно как бы раскрывать. Ну и последнее в нашем уроке, да, видите, милиционер, он уже беременен в своем опыте. В отличие от индийского человека, который, скажем, может быть беременным, но показатели отсутствуют. Да? Это кто считает, что мужчина не может быть беременным? Правильно, но милиционер может. Это тоже очень важно для практики, потому что там энергия вся собирается, она должна крутиться, должна развиваться, сил должна быть. А какой это ощущение силы? Поэтому должны понимать, это два разных тигеля. И представьте, вы возьмете вот такой тигель у него, а он такой и останется. И да, то есть нужно, его нужно раскрыть, прежде чем начать. Две природы, которые мы должны разделить, прежде чем начать. Природа Ян, природа И. Ему нужно совершенствоваться в покое, этому нужно совершенствоваться в движении.
тогда они стабилизируют себя, после чего это можно раскручивать. Самое страшное — раскручивать, не обучать их какой-то форме, иначе это будет рукомахание или ногопахание, что, в общем-то, не более как какую-то привешенность к какому-то движению, и нельзя обозначить. В общем, после долгих уговоров, как над водой, как говорится, на море и на суше, решил начать обучать тайцзи. Выбрал две группы: пенсионеров и женщин.